Так, ребят, вынесла на веранду мясо. Буду слаживать наш старый холодильник. Тут место еще есть. В морозилке. Дома просто места уже нету. Тут это нынче я свинину, да что покупала. Плюс наши куры мы рубили. Я это уже не показывала, поэтому так вот сейчас суповые наборы сюда поскладываю, чтобы лежали. По идее, морозилки у меня все полные. Почти. Ну, хотелось бы, конечно, больше. Эта морозилка плохо морозит, поэтому мы из этой морозилки стараемся быстрее съедать. Ладно, все, заполнила. Вот так вот. Дорогие друзья, сейчас буду мариновать курицу. Что за мариную? Куриные крылья. Обязательно буду мариновать. Потому что крылышки куриные дети у меня обожают. Также немножко ножик замаринуем. Все не буду, конечно, мариновать, но вот эти вот части ножек я замариную. Но не все. Так. Сейчас выберем только именно вот такие вот. Дети такие обожают просто. Поэтому такие только и замаринуем. Остальные оставим для супов, да что. Или что-нибудь еще потом запекем. Все, эти оставлю. Полутушки куриные. Филе тоже. Так, вот получается у меня мясо. Чем буду мариновать? Какие у меня есть приправы? Хмели сюнели. Ролтон обычный суповой, который... У меня просто все приправы для курицы кончились. Вот такой вот соус чили острый я взяла. И соевый соус, ну и обычная соль. Есть еще, конечно, вот такие вот. Сейчас я вам покажу. Приправы, которые мне дарила моя подписчица. Это для курицы. Вот сейчас тоже сделаем. Букет перцев. И итальянские травы. Сейчас тоже это все сделаем. Если интересно, оставайтесь с нами. Посыпали уже травки и перемешивала. Я всегда перемешивала и посыпала. Уж не стала полный процесс заснимать, но вы поняли. Дальше сейчас я посыплю для курицы и смесь перцев. И также все перемешаю. Так, ребят, посыпала. Дальше хочу посыпать немножко хмели сунели. Мне нравится хмели сунели, очень вкусно. Много сильно я не сыплю. Этого вполне хватит, потому что я много разных других приправ посыпала, поэтому этого вполне должно хватить. Оно когда еще потом рассольчик будет, вообще будет классно. Ну вот соусами мы всякими польем, и будет классно. Также сейчас мы посыпем роллтоном. Перемешаем. Соль я не добавляю. Почему? Потому что приправы некоторые соленые, поэтому смысла не вижу соль добавлять. Потом попробую соевый соус, тем более соленый будет, поэтому не вырежу смысла. Все, роллтона этого вполне хватит. Сейчас добавим вот такой вот. Я его уже неоднократно беру. Мне он понравился. Он такой, знаете, вот островато-сладкий. Вполне этого хватит. Потому что он остренький. И получится очень вкусно. Сейчас мы сюда к этой курице еще замаринуем и картошечку. И соевым соусом все это поливаем. Вот такой вот я стала делать маринад. Не повешиваю все руками, потому что вы пишете, Настя, руками не надо. Видите, мешаю ложкой. Ложкой, конечно, неудобно. Лопаткой.
все, оставляем мариноваться этот маринад. Сейчас еще начищу картошку и тоже добавлю сюда замариную. И будем выпекать потом в духовке. Так, все, картошкой замариновала. Буду подходить, помешивать филе. Сейчас попрошу Егора перекрутит. А вот эти ножки куриные, вторую часть, я их сейчас просто вот так вот в морозилку уберу. И хочу помыть банки, пару банок залить компота. Дорогие мои, поставила варить сироп. Напишите, как вы думаете, для чего. Воду поставила кипятить и сейчас буду постепенно... Так, что-то я ни одного упадка найти не могу. Постепенно сюда засыпать пачку сахара. Этой воды мне хватит на 2 банки. Хочу закатать компоты. А вы напишите в комментарии, как вы думаете, какие компоты я буду закатывать. Вот так вот. И сейчас оставлю вариться. Пусть варится. Размешаю хорошенько. И пусть варится сиропик. А я буду пока готовить банки и все остальное. Сейчас хорошенько размешаем сахар. И пусть варится сироп. Все оставляем. Пусть варится дальше наш сиропик. Пока у нас с вами варится сироп, я уже помыла ягодку и буду засыпать в стерильные баночки. Это ягодки я засыпаю побольше, прям не жалею. Вот так вот где-то примерно, видите? И все, и оставляем. И засыпаем также теперь следующие банки. И будем готовить, варить, заливать сиропом. Сироп у меня уже скоро закипит. Банки уже готовы. Я дополнительно, как вы знаете, еще сахар ложу. Тут 3 столовые ложки положила. И по чуть-чуть лимонной кислоты, чтобы цвет сохранить. Сейчас сироп закипит. Залью, закручу, прокатаю на столе и поставлю под стол. Вот такой вот. Сегодня будет простой способ, да. Скажет, что ты, Настя, не перекипятишь заново, что ли? Нет, не буду, ребят, кипятить. Просто я варю сироп, и там еще сахар будет, поэтому, мне кажется, будет вполне нормально. А, ну, по идее, да, на черемуху много. На. Я сюда еще добавила по пачке сахара на всех. 1,5 пачки, короче, сахара на 2 банки сделала. Вот так вот. Ладно, варим сироп. Так, ребят, сделала уже 6 банок. И пока у меня там еще для 2 баночек сироп варится, я уже положила курицу на противень. Низ, как всегда, картошка, курица сверху. Сейчас сделаю последние 2 банки на сегодня. По 8 банок буду в день делать. Вот сегодня тут 2, 4, 6. И там еще 2 у меня делаются. Сейчас сделаю и все. И поставлю курицу запекаться. Все, ребят, сделала 8 банок. Потом наклею, что это черемуха наклейки. И это курицу уже поставила запекаться. Ну, а я пошла в магазин, мне надо еще лимонную кислоту для того, чтобы банки потом делать, да, еще компот, потому что у меня еще ведро черемухи стоит. Решила я понемножку делать в день компоты. Не делать сразу много. Вот сколько смогла сегодня, сделала 8 банок, на что хватило лимонной кислоты. Завтра еще сделаю, например, или попозже. Сейчас курица пока будет запекаться, а потом посмотрим дальше, что делать будем. Пока у меня запекается курица, я решила в магазин сходить, хлеб купить, да лимонную кислоту, то у меня лимонная кислота закончилась. Ладно, идем. Сходили мы с Машей в магазин, да, Маша? Что купили? Лимонную кислоту так и не купили. Лимонная кислота, ну, там в маленьких пачках, мне смысла нет маленьких брать. Да, так, первый хренодер взяли. Ну или как там называется, по-другому не знаю. Взяла. Вот я когда в магазин захожу, я первое, что смотрю, мясное что-нибудь. Кусок мяса. Свинина. Тут небольшая косточка, вот она, и вот это вот ребрышки, остальное все мясо идет. Василиса, в пакет залезла, шуршит. Также деткам печеньки, конфетки взяла. Также мы, по идее, пошли за хлебом. Ну, по пути взяли еще морковку корейскую. И вот таких вот булочек 12 штук. Это хлеб такой. Просто у нас в магазинах закончился весь хлеб.
Дальше, что муж сегодня ходил в магазин, купил лук, помидоров полпакета, вот таких больших, и майонез. Две пачки, все, больше ничего не купил. Вот такие вот в целом сегодня были покупки. Курица наша запекается, сейчас запекется и будем кушать. А я пошла попью кофе или чай, я устала. Да? Всем хорошего вечера. Так, наложила всем порционно. Тут еще немножко осталось, но это на потом, если кто добавки допросит. В целом, сейчас еще хлеб разложу. Хлеб у нас будет всем вот по такой булочке, получается. Сейчас разложу. Также есть морковь по-корейски и имбирь. Кто захочет, кетчупы есть. Всякое. Такое всем, кто кушает, всем приятного аппетита!